Hello, hello, how are you? Welcome, welcome. Ребятки, что делаете? Рассказывайте, чем занимаетесь? Хай, сколько приседаний можешь делать максимально? Блин, ну, без веса, если. Без веса сотку спокойно сделаю. Very much. Thank you. Hi, how are you? Вы не выспался. А, добрый, радостный. Ну да, сегодня такая. Мне нравится. Видишь, как хорошо. Мы с тобой подружились, да? А то сначала ругались. Сначала ты меня обосрался как раз. Ну хотя, ладно, уже это закрыли тему. Сейчас нормально все. How are you? I'm fine. Ну, Оли. Обычно приседание 100 сразу. Ого. Ну да, без проблем. Да я, представляете, я треню, блин, ну с 13 где-то лет. Вот я вспоминаю, там мне было, у меня уже попка была такая красивенькая, маленькая, только сейчас уже я, конечно, постарела, блядь. Она у меня такая стала большенькая, такая толстенькая. Если я сейчас буду качать ее получше, то она у меня уменьшится, конечно. Ну, в смысле, я именно делаю, не набираю, наоборот, попу, а чтобы она была более такая упругненькая. Постарела, да, постарела, реально постарела. Сама ты сейчас? Чё сама сейчас? I'm fine. Мне в порядке, я люблю твои ноги, мне будет мило. Thank you very much, thank you. Зато запомнила, да? О, Майкон, thank you, спасибо, thank you very much. How are you? Конечно, да. Ну, блин, можно было запомнить, конечно, как-нибудь по-другому. Мне вот чувак писал, блядь, хочу срать, да у тебя есть там, не знаю, горшок типа того, знаешь? Я его запомнила, Жека. Я его запомнила, блядь, по какому-то горшку. Потому что он сходу какую-то, не просто как дела, просто какую-то хуйню написал. Какой тебе размер обуви? У меня 37-й. Супер старушка. Да. Занимаешься? Ты на ПП худеешь? Татка. Я тренинку, но я вообще далеко не на ПП. Не, я, блядь, жру все подряд, пью, я вообще, короче, вообще не ПП совсем. Доги. Что за поза доги, Артем? Типа поза собаки? Или как, или что, не поняла. Покажи 40 приседаний. Ну, я сейчас не буду приседать, потому что я позавчера это делала. И у меня сегодня, то есть не на следующий день, а через день, начинают болеть мышцы неуловимые. Ребят, кто тапает? Спасибо большое всем. Вот мне, вот так, смотри, видишь живот? Вот напрягаю, нет живота. О, Решалкин, спасибо, Решалкин, thank you, спасибо, как дела? Че, я говорю, thank you, спасибо. Спасибо. Ой, как приятно, Решалкин, спасибо. Как дела, Решалкин? Решалкина не видела еще у себя, новенький, наверное, Решалкин. Привет, как дела? Ребят, вы вообще хорошо, здорово. Ты с Москвы, да, я уже увидела? На тебя зашла, подписалась. Давно сидишь здесь? Да, я из Москвы. Здорово. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Как зовут? Сколько лет? Ну, 10, представь. Айти, я без проблем могу хоть 100 сейчас сделать. Мне надо будет сейчас просто-напросто. Да я тут людям работу даю. О, давайте приседания, окей. Давайте полтос приседаний сделаю. За подарок от 100 алмазов. Без проблем, почему бы нет, что просто так делать? Мне 29, мне 32. Приятно познакомиться, Никита. О, Никита, здорово. Я Света. А, на меня подписаться. А ты на меня подписался? Вот, подпишись на меня, я подпишусь. Только лично, если будешь делать. В смысле, лично приседание сделать, типа приватно или что? Привет.
Привет, я, дорогой. Девочка из Лея, Тенго. Тенго, не поняла. How are you, Тенго? Для меня. Но не, я в приватах не хожу. Для всех не надо. Ты чё, приседы, ничего такого. Поэтому, ребят, кто хочет приседы, давайте. 100 алмазов. Я приседаю. Сколько там раз? Полтос? Тогда не надо. Ну окей, ладно. Теперь подписался. Окей. Я проверю, не подписан ли уже, я отпишусь. Повернись, красотка, Артём. Блин, как мне нравится, когда я так сижу, как будто у меня какой-то живот. Вообще не могу, я придираюсь, конечно, к животу. Теперь подписался. Ага. Привет, ребят, подходит, всем привет. Хоть я не был подписан, было видно. Не был подписан, был уведомление приходил. А почему, кстати? Что такое бывает? Голову надо красить. У меня уже красного не осталось. Какая-то херня, которая оранжевая стала. Пудико вываливается. А мне, знаешь, у меня мышцы живота слабые. У меня диастаз, поэтому у меня как бы животик видно. То есть вот такой небольшой животик. Вот так, оп, втягиваю. Нормально. Вот, когда я мышцы напрягаю, короче. Когда напрягаю. Вот. Так, хоп. Просто нужно вакуум поделать. Побольше вакуума. Это меня как-то выделило в прошлом эфире, видимо, из-за этого. А, ну, может быть. Сладко девушке молодой. Повали. Thank you very much. Ну, вроде что-то хорошее пишет. Хуй его знает. Не знаю.